Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на новом обзоре в наступившем году. Вы ждали их, и вот они здесь. Новинки от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Готовы порадовать себя покупкой? Этот обзор для вас! Необычайной красоты кольцо и серьги из серебра 925 пробы и вставка из нескольких небольших прозрачных фианитов и одной капельки фианита лазурного цвета. Комплект доступен в двух покрытиях – золочение и родирование. Но обратите внимание, что в покрытии золочения дуга сверху камня будет без покрытия. Очень интересное дизайнерское решение. Такой комплект в любое время года будет напоминать вам о беззаботном летнем отпуске и ласковых морских волнах. Утонченный комплект, представленный кольцом и серьгами из серебра 925 пробы с покрытием родирования. Посмотрите, какая нежная и изящная вставка из фианитов на этих украшениях. Английский замок надежно зафиксирует сережку на ухе, и этот легкий комплект станет универсальным выбором как на каждый день, так и для особого случая. Украшения также доступны в покрытии золочения. Что может быть более элегантным, чем украшение из жемчуга? Посмотрите на этот комплект и влюбитесь в него с первого взгляда. Выполнен он из серебра 925 пробы с покрытием родирования. Лаконичный дизайн и совершенные жемчужины подойдут абсолютно всем любительницам утонченных украшений. Величественный комплект из серебра 925 пробы с покрытием золочения и без вставок. В нем нет ни одной лишней детали. Все лаконично и статно. И в то же время сразу понятно, что этот комплект от Красной Пресни. По вашему желанию вы можете выбрать такие серьги и кольцо в покрытии родирования. Брошь из серебра с родиевым покрытием и удивительной переливающейся вставкой станет прекрасным аксессуаром вашей коллекции. Лепестки диковинного цветка
подойдут как к вечернему, так и к вашему повседневному образу. Невесомые серебряные серьги-продевки без вставок и в родиевом покрытии. Миниатюрные сердечки прекрасно сочетаются с вот такой подвеской и станут отличным подарком к приближающемуся дню всех влюбленных. Игривая брошь в виде пчелки станет отменной деталью вашего образа. Она выполнена из серебра с покрытием золочения и эмалью, а вставки – из искусственной шпинели. Гармоничное сочетание цветов и интересная фактура обязательно привлекут внимание как к броши, так и к ее обладательнице. Данная брошь может быть также исполнена в покрытии родирования. Комплект из серебра 925 пробы и вставкой из фианита удивительной огранки и фантазийной оправы гарантированно привлекут массу восхищенных взглядов. Комплект доступен в покрытиях родирования и золочения на ваш выбор. Восхитительная брошка-балерина, словно сошедшая со страниц сказки о стойком оловянном солдатике, станет очень изящным украшением в вашей коллекции. Обратите внимание на нежную вставку из искусственного жемчуга. Брошь изготовлена из серебра 925 пробы и доступна в покрытии золочения или родирования. Кольцо из серебра 925 пробы с покрытием родирования и вставкой из искусственной шпинели и фианитов. Камень неотличим от изумруда и очень красиво сверкает. К кольцу отлично подходят небольшие серьги с английским замочком. И вместе комплект смотрится очаровательно. Также на свой вкус вы можете выбрать данное украшение и в покрытии золочения. Роскошный серебряный комплект в покрытии родирования и вставкой из великолепного фианита. Украшение, достойное настоящей королевы. Оцените игру граней и грациозную оправу камня. Вы можете заказать этот комплект не только в родированном покрытии, но и в золочении. В обоих вариантах комплект не теряет своей красоты. Серебряные браслеты без вставок в покрытиях золочения и родирования. Лаконичные, легкие и в то же время говорящие о самом важном, о любви.
Возможно, это тот самый подарок, который вы искали для своей второй половинки. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы с покрытием родирования и вставкой из фианита. Только всмотритесь в это бесконечное число граней в камне и это интересное оправа, будто повторяющая ту самую бесконечность. Прекрасный дуэт украшений имеет все особенности, чтобы стать вашим любимым. А для того, чтобы дополнительно подчеркнуть его красоту, вы можете приобрести вот такую подвеску, в точности повторяющую исполнение серег. Блистайте вместе с украшениями от интернет-магазина «Серебряная птица». Серебряный брелок без вставок с покрытием оксидирования. Достойное патриотичное изделие. С одной стороны, украшенное гербом, а с другой – надписью «Российская Федерация». Этот сувенир станет отличным подарком на любой праздник. На ваш вкус вы можете выбрать его и в покрытии золочения. Вот таким получился наш обзор. Нам очень важно ваше мнение, понравились ли вам наши новинки. И если да, то скорее переходите по ссылкам в описании и выбирайте свое украшение. Желаем вам приятных покупок!